Добрый день, дорогие зрители канала Марина Цветы. Сегодня я хочу с вами поговорить на очень интересную тему. Разговор идет зимний период года. В это время мы начинаем с вами высаживать семена цветов, овощей на рассаду. Мы продолжаем ухаживать за комнатными растениями, такие как вот пуансетия, азалия. И, как вы догадались, я хочу поговорить с вами о пользе снега. Дорогие друзья, для выращивания семян, цветов, овощей, рассады. Это для нас действительно живая, можно сказать, святая вода. Снег настолько благоприятен для замачивания семян, для того, чтобы поливать наши потом растения, всходы. Снег можно растопить и хранить в большом количестве в бутылях для того, чтобы поливать нашу рассаду. Действительно, снег – это сейчас такое кристаллическое вещество, но когда оно растает, у нас получается структурированная вода, которая имеет определенный код, и она является самым лучшим стимулятором для наших растений. Мое видео в этом году очень часто начинается с того, что я вам советую не использовать биостимуляторы, такие как эпин, циркон особенно, потому что идут противоречивые мнения в последнее время о том, что биостимуляторы также влияют на здоровье человека. Можно использовать вот такие природные биостимуляторы. Это снег, талая вода, мед можете использовать и другие натуральные свойства. И мы с вами посеем петунию по снегу. Все мелкопыльные семена очень хорошо высевать именно по снегу. Во-первых, вы видите, как вы сеете мелкие семена. Во-вторых, они у вас проходят так называемую стратификацию. Это короткое нахождение в холоде, то, что помогает растению разбудить гормон роста и тронуться в рост. Это тоже будет очень хорошо. А вот комнатные растения, такие вот как азалия, такие вот растения как пуансетия, вот в данном случае мы с вами, очень хорошо в этот период также обкладывать снегом. Это очень хорошо. У них начинается период покоя. Вот вы видели достаточно долго пуансетию у меня на экране. И она практически уходит уже на покой. Вот она уже, только верхушечки остались, она у нас отцвела. Моей пуансетии уже третий год, она достаточно высокая, вот у меня, как бы мне вам показать. И вот у нее уже сформировались боковые тоже побеги. Но сейчас идет период покоя, и очень важно мне сделать снижение температуры. Вот снегом очень хорошо азалию обкладывать снегом. Это вообще превосходно. И таким способом растение уходит на покой. Но все-таки я хочу о снеге поговорить для того, чтобы вы использовали его в посеве семян овощей. Вы можете растопить снежок, как я вам советую, замачивать семена и поливать свой грунт. Это очень хороший стимулятор. Даже давайте вспомним летний период, когда очень жарко, и мы имеем возможность полить водой наши растения. И мы поливаем со шланги, с артезианских колодцев, с реки. Но растение все равно угнетено. Но только пройдет весенний или летний дождик, посмотрите, как все вокруг оживает. Поэтому используйте вот такие природные стихии для того, чтобы стимулировать свои растения. И если я успею снять для вас видео, а для начинающих смотреть мой канал, или, может быть, вы не успеете по каким-то причинам позже посмотреть. Дорогие друзья, в конце зимы, практически уже перед тем, как снег у вас сойдет, я советую вам взять большие ящички такие, можно пластмассовые, овощные, застелить пленочкой, насыпать грунт в него питательный или садовый, какой вы приготовили для выращивания рассады, посеять, например, свои цветы, астры можете посеять, точно так же петунию можете посеять, бархатцы вы можете посеять, лен, ну все, что возможно, вот посеять из цветов. Возьмите вот ящичек, как я вам говорю, простелите его пленочкой, насыпьте грунт, насыпьте семена на сухой грунт, не поливая его, и засыпьте вот таким снегом. Потом я это все укрываю агроволокном, он дышащий, и если есть возможность еще
в сугроб помещаем, или уже где-то вот такая, как мобильная грядка, у вас может быть под дерево, а может быть, занесите в тепличку, если есть у вас на участке. И вот такое большое количество снега, которое вы насыпите сверху своих семян цветов, настолько будет питательно для них, и они у вас естественным способом прорастут, не будут измучены комнатными условиями. Ну, я сейчас особенно об астрах веду разговор, когда очень хочется получить красивые растения, или вот веселые ребята, георгинки такие, и мы выращиваем в домашних условиях, где очень-очень мало места. А вот так вот, посеяв под снег в такие мобильные ящички, вы получите прекрасную здоровую рассаду, которая не только догонит ваши комнатные растения, а и перегонит. Поэтому, пожалуйста, разговор сегодня идет о снеге. Это действительно живая влага для нас, живой источник энергии и природный стимулятор. Поэтому спасибо, что вы были со мной. Используйте снег, выращивание своих растений в своем доме и еще на своих участках. Подписывайтесь на мой канал. Очень много видео у меня для вас снято, плейлисты, садоводство, огород, о цветах очень много видео. Поэтому все, кто случайно попал на мой канал, не потеряйте меня, и мы будем украшать с вами свой мир цветами. Ну и, конечно, будьте здоровы, используйте максимально органические способы выращивания своих растений, ну и особенно овощей.